Красноярск стал самым пасмурным городом России по итогам прошедшей весны. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Погоды. Оказывается, Красноярск не видел солнца целых 40 дней. Ну и лето пока тоже не особо радует. Ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, будут пасмурными. В субботу, 24 июня, небо будет затянуто тучами, временами дождь, температура поднимется всего лишь до 20 градусов. Ночью дождь продолжится и плюс 11, днем воскресенья плюс 19 и пасмурно, но без осадков. Можно отправляться на прогулку. Рабочая неделя начнется с дождя и прохлады, ночью плюс 11, днем около 21. Для тех, кто собирается на озерах Акасии, прогноз тоже не радостный. Сейчас температура воды там всего около 18 градусов, а на выходных будут идти дожди.